Советский район Самары – район Созидатель. Один из немногих в городе, где есть заводы, производящие оборудование, металл, продукты питания и товары народного потребления. В годы Великой Отечественной войны Советский район сыграл большую роль в оснащении армии, став тыловым и промышленным центром запасной столицы. Его жители работали на заводах, производивших вооружение и технику для армии. Район и сейчас продолжает активно развиваться и благоустраиваться. Здесь располагаются любимые жителями зеленые уголки. Это парк имени 30-летия Победы, парк «Дружба», сквер первых космонавтов, скверы Чехова и Маяковского. Приводят в порядок и дворы. Активные жители принимают участие в программах формирования комфортной городской среды, проекте содействия и конкурсе «Твой конструктор двора». Валентина Яшина, старшая по 23-му дому на Советской армии, внимательно следит за ремонтом своего двора. Над проектом работали все вместе и продумали ремонт до мелочей. Мы включили 3 дома, 5-й дом, 7-й дом и нас. Все у нас составлено, все было посчитано. У нас 75 листков документов, каждый листочек подписывал. Все это сделано, все учтено. И вот мы попали в эту комфортную среду. Подрядчики работают очень хорошо. Без 15:08 они уже здесь и до 8 часов работают. Самых активных жителей на торжественной церемонии в честь юбилея района благодарственными письмами наградила глава города Елена Лапушкина. Мы не должны с вами останавливаться на достигнутом. Хочется пожелать Советскому району дальнейшего развития, добрых, радостных впереди юбилеев. И, конечно, всем жителям, прежде всего, здоровья, радостных вестей, успехов всегда и во всем. Ну и к следующему юбилею, дорогие друзья. Не зря считается Советский район кузницей кадров. Отсюда вышло очень много замечательных, знаменитых людей, которые сегодня, я думаю, с этой сцены также вас поздравят. А я от всей души всех поздравляю и желаю, чтобы наш район процветал и дальше. Благодарственные письма за труд на благо Советского района от губернской и городской дум получили руководители крупнейших предприятий и ветераны. В подарок всем гостям праздника – творческие номера от лучших коллективов города. Не променять ту заводскую программу, что ж люди вывела меня. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.